16 сентября 1974 года поступила во вторую операционную. Вид оперативного вмешательства. Эдукация пациента произведена. Наличие браслета есть, наличие досье есть. Компрессионное белье есть. Анестезиолог. Вид анестезии – специфические риски по данному пациенту. Профилактика пролежней. Рекомендуется ли смена положения головы и конечностей? Да. Спасибо. Операционная сестра. Стерильность инструмента подтверждена. Да. Необходимое оборудование готово. Да. Рационный материал имеется. Импланты. Необходимые снимки изображения доступны, все компоненты интеграции готовы. Объявление времени начала операции, начало видео, аудиозаписи по инвазии.